сетевая карта Intel Original X550T1. Устройство поставляется в скромном прозрачном блистере, внутри которого уложена низкопрофильная сетевая карта с боковой металлической заглушкой. Сетевой адаптер выполнен на традиционном зеленом текстолите с распаянным по центру платы контроллером Intel X550. Над ним разместился алюминиевый радиатор с черным напылением. Он зафиксирован двумя винтами и подразумевает возможность апгрейда теплоотводного элемента при необходимости. С торца вынесен один разъем RJ45, который поддерживает 10-гигабитное соединение на каждый порт. В качестве интерфейса для подключения к рабочим станциям задействован PCI-Express 3-й версии с пропускной способностью 8 гигатранзакций в секунду. Для достижения максимальной скорости передачи данных задействуются 8 линий интерфейса. Адаптер поддерживает приоритетные сетевые стандарты и может работать в составе серверных станций под управлением операционных систем Windows или Linux. А для достижения максимального эффекта маршрутизации производители рекомендуют использовать сетевые кабели не ниже 5-й категории. В рамках ключевых возможностей отметим поддержку виртуализации, управление потоками данных Flow Control, приоритизацию трафика, а также выполнение динамической фильтрации многоадресного трафика.